И всем привет, ребята! С вами я, Нубик Дани Финн, и как вы могли уже догадаться, это последняя серия наших приключений Нубика Let's Play Minecraft, ребята, вот, подходит наше приключение к концу в этом замечательном мире Майнкрафте, и сегодня, ребят, мы будем с вами убивать настоящего дракона в мире Майнкрафт, ребята, нам надо будет найти его портал и спрыгнуть его в портал, ребята, и убить его, понятно, вот, подходит наша эпогея нашего эпических приключений, и смотрите, что я добыл вне съемках. Я добыл ок эндера, целых 42 штуки, и жемчуг эндера, я случайно их использую там, в общем, вот так вот. И сейчас мы их будем искать нашего дракона. Так, нам понадобится очень много земли, потому что вдруг мы будем где-то подниматься, где-то спускаться, она нам по-любому пригодится. Так, так, открываем дверь. Блин, мне уже как-то грустно, потому что наше приключение уже как подходит к концу. Блин, и как-то уже, блин, как-то... Ну, я вам обещаю, ребят, будет новый летсплей, только я не знаю, какой, ребят. Если вы хотите, напишите, какой вы хотите летсплей. Там магический, там постапокалипсис будет, просто апокалипсис. Тут ничего не будет, просто выжженная поле земли, и все, ничего больше не будет. Так, давайте кинем эндермен, этот, око эндера. Так, она показывает нам, куда туда идти надо. Ага, я понял. Так, давайте продвигаться. Идем туда. Вот прям вот туда, вдаль, вдаль куда-нибудь. Вот так, кидаем эндермена, вот эту вот фигню. Так, кинули. Где телепорт? Вот, сработал телепорт. Так, идем дальше. Показывает вон туда, куда-то надо идти. Идем дальше. Значит, идем, идем, идем. Так, смотрим. Так. Главное, чтобы этот мост, ну как, мост между миром нашим и миром Эндера. Вот. Главное, не был где-нибудь в океане, а то, блин, не прикольно будет плыть по океану, искать его там, спускаться. Так, идем дальше. Вот нам куда-то показывает этот око, показывает наше око. О, надо, кстати, подбирать их точно. Блин, а я что-то не подбираю. Нифига, вот это вот я тупо сделал, ребят, согласитесь. Тупанул немножечко, ну прям малость такую. Так, давайте прям вон туда вон телепортируемся и кинем око. Так, ага, я понял. Так, ловим, ловим. Опа, падает. Опа, все, поймали. Отлично. Так, сейчас мы его запустим около речки, куда он нам покажет идти. Так, опа, кидаем. Так, нам надо, походу, переплывать речку, вон туда вон кинем. Оп, отлично просто. Теперь нам куда? Ага, на скалу залазать. Вот так вот залезаем, оп, подняли. Так, теперь нам куда надо? Кинем. Ока, эндера. Опа, так, оно куда-то нас ведет, куда все ближе и ближе мы становимся к телепорту, к эндеру миру, к дракону, самому главному боссу в Майнкрафте, ребята. Это будет эпическое сражение с драконом, вот так вот. Так, мы с вами поднялись, кидаем, опа, а, не, все, я думаю, оно куда-то под землю уже, все, я думаю, мы уж нашли, а мы с вами нифига не нашли еще. Так что двигаемся дальше по направлению ока эндера. Так, кидаем. Ага. Давайте прям... Так, ловим, ловим. Сломалось, блин. Они некоторые ломаются, а некоторые могут выпасть все равно назад. Так, давайте вон туда мы прям кинем. Так, киданули. Опа. Нифига себе. Куда нас занесло это око. Точнее, жемчуг эндермена, блин. Вообще офигеть, ребят, согласитесь. Так, о, мы с вами выбрались. Давайте кинем. Так, ага. То есть нам по-любому надо куда-нибудь туда. Давайте кинем. Оп, долетело. Так. О, блин, а там океан, ребята. А, там какой, там какое-то болото, блин. Так, подобрали. Кидаем вот сейчас вот тут вот кинем. Давайте. Лети. Лети, ОКН, да. Покажи нам, где этот тупой дракон же обитает. Так. Опа! Опачки! Так, мы его, походу, уже нашли. Так, ага, нас оно ведет, ведет, ага, ребята. Давайте ищем, ищем, ищем. Так, быстрее. Так, оно нас привело наконец-то, ребят. Давайте еще раз кинем. Так, да. Где-то тут должен быть телепорт в этот мир. Так, быстрее ломаем вниз. Опа! Ребята, так, мы с вами уже нашли этот храм. Так, копии, копии тупые. Опа! Так, не взорвалась, не взорвался. Опа, убит. И ты убит. Отлично.
Так, где же этот портал находится? Так, куда он нас ведет? Так, главное еще его найти. Так, тут дверцы какие-то. Очень много дверц. О, тут открыта дверца. Тут факел стоит, ребята. Блин, вообще офигеть. О, мы все ниже и ниже спускаемся, смотрите. Так, тут какие-то книжки. Какие-то лабиринты. Так, давайте. А, мы можем пройти, да? Так, отлично. Так, а где же сам портал? Так, давайте вот так вот пророем вот сюда вот. Так, а где портал-то сам? Я вон наблюдаю, он где-то, он там он должен быть. Так, давайте кинем око. Оп, а куда оно нас повело? Опа, вверх куда-то. Значит, не туда идем. Так, надо подняться с вами немножечко. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, поднимаемся с вами куда-то. Так, кидаем. Ага, куда-то вверх оно нас ведет. Так, непонятно. Угу, идем, идем, ищем, ищем. Так. Где она может быть? А, опа. Так, какой-то эти камни какие-то странные. Вот, так. Так, ломайся. Ой, чешуницы, чешуницы. Уйдите. Так. Мы с вами пришли куда-то. Ага, ведет. Куда она нас ведет? Еще выше, что ли? Так, тут лестница есть. Оп, блин, свалился. Так, очень интересные приключения нас ждут. Так, опа, вниз. Уйди, тупая чешуница, блин. Так, а где она может быть-то? Где ты? Ё-моё, Глякон, где ты? Ты нас боишься? Я так понимаю. Так, где-то тут должно быть, а чё? Блин, уйди ты, тупая чешуница. Ну-ка, ребят, давайте включим режим бога, чтобы быстренько найти портал. А то я думаю, блин, мы сейчас с вами так будем миллион лет с вами искать его. Так, давайте посмотрим. Поднимемся вот так вот. Так, во, опустились мы с вами. Так, надо куда-то вон туда вот копать. Давайте мы с вами быстренько покопаем. Так, вот где-то или внизу он должен быть. О, о, вот тут вот. Так, ну тут ничего нету. Так, давайте быстренько копаем, копаем. Где оно, где оно, где оно может быть-то, ребята, ё-моё. Ага, а вот тут вот оно может быть, кстати, ребят, согласитесь. Оно вот тут вот может быть, посмотрите по карте. Так, если вы видите по карте, то это замечательно. Только где оно, вверх, вниз, вверх. Так, давайте вот так вот поднимем. Опа, а, нет, это не полетали. Блин, ребят, я думаю, это портал уже. Так, это какая фигня. Так, угу. Ничего себе. Прикольно. Может, он вообще не заспавнился? Блин, ребят. Это будет вообще эпогея наших всех приключений, если он не заспавнится. Так, опа, опа. Тут что-то... О, как... Все, ребята, я точно знаю, где он находится. Я точно знаю, где он находится, ребят. Бежим, бежим, бежим. Так, он вот тут вот, вот тут вот где-то должен находиться. Прям вот тут-то где-то. Так, не тут, а вот, вот где-то, вот тут, блин, где-то. Так, ребята, я его потерял. Так, стоп. Стоп, ребята. Так, он где-то должен вот так вот и где-то вот так вот должен найти мы. Или мы сейчас под ним... Или мы сейчас его нашли. Мы его нашли, ребята. Вот он, портал в Эндермир, ребята. Мы его нашли с вами. Так, выключаем режим бога. Так, и вставляем сюда око Эндера. Вот так вот вставляем по периметру. О, мы уж телепортировали с вами, офигеть. Так, ага. Мы с вами где-то... Так, давайте включим режим бога. Потому что... Пропала наша фигня. Так, ё-моё, ребята, где дракон? Где дракон? Я не могу найти дракона. Ё-моё. Ребята, вы видите дракона-то? Вот он! Дракон! Так, надо побольше вот эту прогрузку сделать. Иди сюда, дракон! Так, надо... Вот так вот сделать. И сломать вот эти вот штуки, ребята. Вот эту вот штуку надо сломать, потому что он ими отхиливается. Получай, дракон, получай. Так, отлично. Он немножечко получил. Ребят, вы не против, если мы будем в режиме бога его убивать? Просто очень тяжело. Его придется так убивать очень долго. Блин, а он этими штуками очень сильно отхиливается, так что надо придется вот эти вот штуки вырубать. Так, раз вырубили, два нубика вырубили. Так,
Так, давайте его немножко побьем. Блин, он очень быстрый, ребята. Согласитесь. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Получай по морде, по морде, по морде. Так, отлично, мы его немножечко побили. Так, иди сюда. Иди сюда, дракончик наш. Иди сюда, мы тебя не обидим. Иди сюда. Зая, 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 нет Wi-Fi. Wi-Fi, нет Wi-Fi. Иди сюда к нам. Давай, давай, иди. Ты куда полетел-то? Дракон, ты чё? Ты меня должен убить. Ну-ка, мы вот этими штуками будем в него кидаться. Уа! Блин, такой момент был офигенно, чтобы его убить, а мы его не убили. Ха, прикол. Блин, что-то он как-то странно слишком летает. Опа, ловим. Оп, оп, один раз ударили. Оп, блин, не получилось второй раз его ударить. Так, о, летит на нас. Блин, мимо. Так, взлетаем. Так, во, по идее, он на нас летит. Да, да, да. Ловим, 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 ловим. Так, половину здоровья мы ему снесли. Отличненько. Так. Теперь осталось ему снести бошку. Получай, получай. Блин, только один раз ударили. Прикол. Блин, ну-ка, иди сюда, дракон тупой. Иди сюда. Получай. Так, раз, два, три, четыре. Вот это мы его налупасили. Так. А этими штучками мы можем его налупасить? Опа, сколько тут эндерманов-то, согласитесь, блин, ребята. Вот так вот наперед, наперед ему кидаем, 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 кидаем. Так, иди сюда. Опа, иди. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Четыре раза мы его ударили, прикол. У него 50 хп осталось. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Последний рывочек, последний, мы его убили. Да. Мы его убили. Вот это мы с вами молодцы, ребята. Чемпионы по жизни. Просто с вами такие молодцы. То, что нереально крутые. Так, а нам надо как-то вот это вот... В мир телепортировать его нормальный. Как-то. Драконье яйцо. Нам понадобится сейчас... Сейчас мы его телепортируем. Так, вот это вот надо убрать всю фигню. Так, вот это убираем, убираем. Так, нам понадобится поршень, вот, и красный рычаг. А где поршень? Куда я поршень-то кинул-то? Вот, и поршень. Смотрите, теперь делаем вот... Блин, упал, ну ладно, какая разница, мы с вами победили дракона и прошли Майнкрафт, ребята. Вот это мы с вами чемпионы. Все, титры пошли, смотрите. Просто мы с вами убили столько зомби в этом лесном мире, в сумеречном лесу. Просто нереально. Очень большое количество. Где 4 мы с вами, 3 наги и сумеречного лича. Убили с вами дракона, построили с вами кратер, который нам накопал всякого камня, железа, золота. С вами скрафтили броню, нано-броню, скрафтили нано-меч, ребята. Просто суперские вещи мы с вами скрафтили, просто такие механизмы мы с вами крафтили. Просто нереальные, просто, ребят. Если вам понравился этот летсплей, просто ставьте лайк на все видосики. Обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Даня Финнубик. Всем, ребята, удачи, ребят. И всем пока. Пока-пока-пока.